Добрый день. Сегодня мы рассмотрим оптическую мышку HQMA430 Retractable от компании HQTech. Давайте подробнее рассмотрим ее. Мышка не относится к игровому классу, а относится к повседневным офисным мышечкам. А маленькая по размеру, весит 110 грамм. Но имеет одну особенность. Это уникальный ленточный интерфейс, позволяющий нам определить то количество кабеля, которое нам нужно. Уникальность заключается в том, что благодаря вот 1,5-метровому кабелю ее можно подключать как к ноутбуку, то есть мы определяем там, например, вот такое расстояние и подключаем к USB-выходу. Так и растянув ее, достанет в системник обычного стационарного компьютера. Чувствительность у нее не расширяемая, она фиксирована в 800 dpi составляет. LED-подсветки не имеет. Интерфейс у нее USB-шный и имеет наработку на отказ 1 миллион циклов. Подходит она для любой операционной системы, включая Mac OS. Хорошая мышка, хороший выбор, за свои деньги, того стоит. Я вас благодарю за просмотр, встретимся с вами в следующих обзорах, подписывайтесь на канал, спасибо.